Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня у нас не совсем обычное видео. Мы решили проверить рецепт наших друзей Натальи Цветковой. Это видео нас заинтересовало, потому что оно набрало более 3 миллионов просмотров. И, казалось бы, обычный рецепт – это шоколадный торт из блинчиков. И сегодня я хочу попробовать его сделать, чтобы посмотреть, насколько это действительно легко, просто и вкусно получается. Оставайтесь с нами, мы начинаем готовить. Готовим тесто для блинчиков. К яйцам добавляю соль и сахар. Взбиваю венчиком, можно взбить и миксером. Добавляю молоко и все хорошо перемешиваю. Какао добавляю небольшими порциями, просеивая через сито, чтобы не образовывалось комочков в тесте и удобно было перемешивать. Муку тоже просеиваю, ввожу в тесто постепенно, постоянно помешивая. Добавляю соду и растительное масло, перемешиваю все до однородности. Тесто должно получиться жидким и оставлю его отдохнуть минут на 10-15. Разогреваю сковороду, добавляю немного масла только для первого блинчика, дальше будем жарить без масла. Выпекаю блинчики. Тесто должно быть жидким. Если тесто загустело, можете добавить немного воды. Блинчики должны получиться тоненькими, чтобы быстрее пропитаться кремом. У меня получилось 15 блинчиков. У Наташи с этим же количеством ингредиентов вышло 18. Думаю, ничего страшного, потому что уже очень вкусно пахнет шоколадными блинчиками. Теперь блинчики складываю ровно и при помощи тарелки и ножа обрежу край, чтобы тортик получился аккуратным и красивым. Друзья, буду рада вашей подписке, комментариям и лайкам. Взбиваю крем. Сливки должны быть холодными, жирность 35%, и для вкуса добавлю немного сахарной пудры. Крем готов. Теперь каждый блинчик промазываю сливками и складываю друг на друга. А это моя маленькая Фрося, которая очень любит блинчики и с нетерпением ждет свою порцию. Друзья, рекомендую вам канал Натальи Цветковой. У нее много очень вкусных и интересных рецептов, которые вам обязательно понравятся. Ссылка на канал внизу под видео. Каждый раз, когда я готовлю, Фрося попрошайничает. Моя пришла Фрося. Ой, моя маленькая. Иди сюда скорее. Иди, иди, дам блинчик. Фрося очень любит блинчики. И пришла получить свою порцию. Ну-ка, попробуем. Да, Фроськин? Попробуем? Вот. Вкусно. Конечно же, вкусно. А торт отправляем в холодильник. Накрываю торт пищевой пленкой и на часик в холодильник, чтобы пропитался. Торт в холодильнике, а я приготовлю глазурь. Сахар, какао и сметану. Хорошо перемешиваю и отправляю на плиту. Добавляю кусочек сливочного масла и, постоянно перемешивая, чтобы не пригорело, доведу до кипения. Глазурь готова и остыла. Верх и бока тортика смазываю глазурью, придавая аккуратный и красивый вид торту.
Чтобы глазурь застыла, поставлю торт в холодильник минут на 15. Друзья, мне будет очень приятно, если вы напишите свои комментарии, как вам такой рецепт торта из блинчиков. Ну что, друзья, торт готов. Пришло время попробовать. Я вам покажу еще, как он получился красивый. Уже не терпится попробовать кусочек. Я очень люблю шоколадные торты. Ну, знаете, действительно очень вкусно. Спасибо большое Наташе Цветковой за рецепт. Оригинальный рецепт вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которая находится внизу под видео. Рекомендую вам всем приготовить такой торт. Действительно, торт на миллион. Готовится очень просто и быстро, а получается нереально вкусно. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу и приятного вам аппетита!